Форум сделано в Ульяновской области и ежегодно проходит в столице региона. На тысячи квадратных метров разместились сотни участников. Для них это отличная возможность найти новых партнеров, заручиться новыми связями. К примеру, сегодня областные дизайнеры получили шанс представить свою линию одежды в московских универмагах. Я считаю, что для наших ребят сейчас, дизайнеров, это минута славы. Будем смотреть всех, отсматривать. Шансы есть всегда, и ждем самых креативных у нас. У нас как бы ДНК бренда, наш дизайнер, ее зовут Дэвон Блейк. У нее очень креативный взгляд на вещи. То есть она именно создает такие необычные, неординарные вещи для подростков. Также на площадке форума подписаны международные соглашения. Они стали мостом между ульяновскими предприятиями и компаниями Узбекистана, Казахстана, Вьетнама. Это поможет заручиться новыми каналами сбыта, расширить географию поставок. На деловой части форума обсудили развитие электронной торговли. В центре внимания презентация первого регионального маркетплейса allmade.ru. Эту платформу в узких кругах называют песочницей для предпринимателей. Она создана в помощь малому бизнесу, фермерам, ремесленникам, потому что они могут не только продать свой товар, но и научиться работать с более крупными и всеми известными маркетплейсами. Это лишь часть событий, сделана в Ульяновской области. Подробный материал смотрите в нашей программе «Итоги дня» в понедельник. Александра Никитина и Даниил Сурков. УПравда ТВ.